конце уже надо умаслить. Потом романтическую какую-нибудь мелодию подкинешь туда. Угу. Такой типа завтрак. От любимого. Да, ну, понимаешь, те, кто мои сторисы смотрят, не видели же, да, кто это готовил, как это вообще. Ребята, всем привет! Вы на канале «Обыкновенная мечта». Мы по-прежнему находимся в селе Цихидзыри. 15 километров от Батуми проехали, нашли гостевой дом Наргиз, вот нашей дорогой. Она уже готовит нам хачапури. Но не только готовят, я еще выпросила, чтобы и нас научили. Представляете? Вот. Так что, если хотите настоящие грузинские хачапури и пожить в этой красоте, я ссылку под видео оставлю на гостевой дом, который вы можете на Airbnb забронировать и тоже приехать. Подожди, бабушка, я предлагаю, я приготовлю 4 большие для вам. Ага. И маленькие для них. Отлично. Тесто Наргиз заранее приготовила, так как ему еще нужно постоять. Но вот ингредиенты использовались вот такие. Круг. Это. Ага. Что говоришь? Здесь у нас сыр. Сыр. Вот там. Сыр эмеретинский, домашний. Ну, тоже. Я всегда внутри там. Эмеретинский сыр домашний, да? Домашний, вот, селенный. Угу. Да, вот. Кстати, очень такой вкусный сыр. Мы пробовали в магазине. Забираем всегда, как приносят к дяденьке нашему в магазин. Он говорит, я сам его люблю. Я говорю, давайте пополам. Он не соленый такой. Он, в отличие от сулугуни, по-моему, не соленый. Вы будете свои делать. Это самым старшим. Мы уже пропустили. А, то есть сыр и внутри, да? Да, внутри. А потом я обратно ем немножко. Поменьше для тебя. А большой для папы, поменьше для мамы, а маленький для кого? Да. Для Мишутки. Так, да. Растягиваем. Сейчас, подожди, сделаем большие, а потом ты будешь растягивать. Так, вот, сначала вот так мы заворачиваем. Да. Так. Так, как уследить за пальцами-то? Так, угу. Все это проворно. Ой, да я для меня стоят, ага. Не очень хачапури готовить. А только сыр, масло сюда не добавляют? Сыр, масло, ага. И немножко там молока, чтобы не а, очень... А, и молока немножко. Немножко, не очень это сухой. Ага, чтобы не сухой. Да, а сейчас стоят будет меня делать... Не учи готовить. Ну вот, подожди. Артем, смотри, давай, сейчас Артем. Артем, ты понял, как давай, делать? Да. Давай, я положу там масло. Это для Артема. Да, вот так делай. А чтоб ты меня было положишь? Да, потом тебе. Не в середине, а вот так. Давай, закручивай. Вот так, 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 так. И вот так. Сторона, чтоб потом, когда кипить это... Жарится, чтобы не вышло, да? Этот. Угу. Вот, 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 вот. Молодцы. Сейчас. Такой. Да, немножко этот, не очень сухой. Да. Не очень сухой, но и не, но и не но, такой, да, жидкий. Да. Вот это, вот это. Все, сейчас добавим внутрь. Вот, сыр. Вот теперь в лодочку внутрь добавляю. Да. Можно я сама добавлю? Ты сам добавь. Видишь, потом. Это. Можно я сама добавлю? Обязательно. Вот это. А в вашей семье какие больше любят хачапури? Аджарские или эмеретинские? У меня, ага, всякие. Аджарские мы каждый день не печем. Угу. Мы эмеретинские делаем каждый день. Это когда заходим. Угу. Когда семья заходят. Вот, тогда вот я это, узнала, вот это давай. Давай, хачапури. Давай, давай. Узнала теперь. Да. Вот. Да. Это и сам. Вот положи ты сам. Теперь мы сами будем. Сама. Вот, вот, вот. Молодец. Вот, молодец. Так делай. Так. Не очень, так. Не очень. Да. Артур, давай. Артемий. Твой. Вот, закладывай. Артемий, вот.
Но вы же знаете, что разные хачапури мы уже все, по-моему, попробовали на территории Грузии. Меретинские, мигрельские, аджарские. Мы будем делать мигрельские. Все научимся делать. Да, да. А ну тесто, Наргиз говорит, в принципе, одинаково готовится. Да? Только разница в том, как формируется. Ну, аджарские, они такие красивые, просто они вот лодочкой. Такие, можешь этим эти ручки. Тогда посмотрим, какой будет выход. Так, уже это разогретая духовка у нас, да? Да. А какую духовку мы будем ставить? Осторожно. Эту или ту? Нет, вот эта духовка электрическая. Уже горячая. Уже она разогретая. Я пойду руки помою. Вот, тут на 240 градусов. Да. Это хачапури всегда надо присыпаем. Высокая. На высокой температуре. Да, убивать чуть-чуть. Что... Что? Так пахнет вкусно. Ага. Ага. То это есть мы никаким маслом не смазываем. Нет, нет. Это самый большой. Пахнет, как будто жарю печеньки такие. Или кексики. Смотри, какой он. Они же еще раз этот, разойдутся. По размерам. Не дома. По размерам. Самый большой. И потом это мамина. Это твоя. Да. Немножко, если не... Так, не когда не перенесешь, надо, чтобы форма... Ага. Да. Раскладываем формочку, да. Чтобы они лодочкой были красивой. Да. Ну, вот ваши там, сейчас малыши. Вот там. Что? Так пахнет уже в сыром виде вкусно. Да, такой вкус, как будто что-то такое когда-то было у меня, что-то такое, что-то типа такое, печенек. Да, вкусненько пахнет. Или такие специальные печеньки диетические, помнишь? Помнишь. Да. Вот. В разогретую духовочку мы ставим. Да, разогретую. Да. И сколько примерно времени они там будут сидеть? Или смотрим? 20-25 минут. 20-25 минут. Аджарском хачапури надо высокая. Если скоро будет печь, самый хороший выход. Побыстрее, да, надо, чтобы самый жаркий жар. Когда очередь, да? Поэтому их в таких печах, да, пекут иногда. Да. В мангале. Ну, конечно. Я когда вырасту, мечтала стать поваром. Я даже уже начала. Я пока учусь делать всякие коктейли. Пока мой первый коктейль, это было не коктейль даже. Типа вода с сахаром просто. Ну, ничего. Все начинают с малого. А потом... Сейчас подождем. Ждем. И потом они приготовятся. И там еще надо будет что-то делать. Сейчас мы подождем. Готово. Да. Потом... Добавим яйцо. Но я, наверное, не люблю яйца. Да? Я уже вижу, как как хочет. Ага. Да. И там надо много масла там положить. Да. А, уже масло в конце кладется. Я уже вижу, как он там плавится, тут жидкость. Ну, конечно. Это не проблема. Лучше. Такое оно мягенькое должно быть, да, не забитое. Вот. Да, если я в холодильник ложусь, всегда у меня, когда кости проезжают, быстренько достали. Сразу у меня тесто есть, да, сразу приготовлю. А я думаю, как вы так быстро ее угощаете? Вы знаете, когда к Наргиз приезжаете, кто не смотрел, когда мы заезжали сюда, приветственный хачапури получаешь сразу. И тесто у меня всегда стоит в холодильнике, это не вредно, наоборот. Наоборот, да. Постоит и нормально, да. Отлично. Понял, Тёма, тесто будем делать много, и будешь печь каждый день, пока мы не лопнем. Просто реально аджарские хачапури нельзя ни с чем больше кушать. Мы когда заказали один, мы его вчетвером еле съели, потому что мы еще другие блюда заказали. Это прям вот... Отдельно съесть и доесть, отдельная еда, это чтобы надо быть голодным. Я специально с утра вот не ем, между прочим, вы думаете, что? Я берегу, я даже уже с вечера не ем. Да, я им скажу, что аджарские хачапури без масла, это ничего. Да, обязательно нужно масло, видите? Невкусно, это. Сухой будет. В общем, масло – залог успеха. Это вот столько масла нам, да? Это грамм, наверное, 100, больше даже. Наши хачапури потребуются. Да.
Мы ждем, пока румянятся наши хачапурики, а вы пока не забывайте лайки поставить, комментарии написать, не жадничайте, пожалуйста, много-много, вот просто поздоровайтесь, и будет очень классно, сделайте это в комментариях. А здесь мандариновые сады еще у Наргиз. Просто невероятное место, на самом деле. Я не знаю, что еще нужно для классного отдыха, но это для тех, кто хочет именно вот побыть, пожить в тишине и в природе. Сейчас у нас уже слегка они подрумянились, да? Да. Я сейчас это перенесу. Немножко подожду. Немножко, чуть-чуть подожду. Угу. Потом яйца все. Немножко оставили сверху жар, чтобы они немного подрумянились у нас. А так уже готовы. Не надо до конца. Вот, немножко. Немножко раздвинуть надо. Да, чтобы не вышло. Да. Красавчик. Должны постоять. А масло потом уже? А масло потом. Ух ты, когда внесешь тогда. Еще я с яйцами чуть-чуть постоять духовочки. Обязательно. А 3-4 минутки стоим. Уже видно, как на гриле. Да, они должны яйца еще чуть-чуть подрумянить. Еще и кизиловый сок. А кизил здесь тоже растет, да? Компот. Да. А вечером можно под винишко это все делать. Очень вкусно тоже. У нас 3 минутки 4 прошло. Чуть-чуть они яйца чуть-чуть побелели, но не до конца они, да? Да. Не до конца пожарить. Не надо до конца жарить яйца. Угу. Яйца. Теперь мы будем их доставать и масло. Да. Угу. Потом романтическую какую-нибудь мелодию подкинешь туда. Угу. И такой типа завтрак. От любимого. Да. В конце уже надо умаслить. И это все дело. Видите, Наргиз говорит, что аджарские хачапури без масла совсем не вкусные.